Я не боюсь будущего, потому что будущего не существует. Будущее – это абстракция в нашей голове. Мы живем в настоящем, умираем в настоящем. Есть только настоящее прошлое. Поэтому фантазия – прекрасная вещь. Она стимулирует творчество. Пусть люди фантазируют, придумывают. Не так часто им удается сфантазировать что-то такое, что действительно произойдет. А когда оно произойдет, оно станет настоящим и перестанет кого бы то ни было из нас пугать. А пугает сегодня только редкие совпадения, когда кто-то что-то предсказал, и вот оно случилось. Ух, ты думаешь, будущее наступило. Потом глядишь по сторонам и смотришь, да нет, какое будущее? Такое же настоящее, как и было.